В этом видео я расскажу вам о простом методе подготовки почвы под высадку чеснока и лука, чтобы обеспечить растениям надежную защиту от болезней и вредителей. Это применение агроперлита для изготовления субстрата для заполнения лунок. Это воздушный материал, который даже называют синтетическим песком. Этот минерал является нейтральным и не содержит полезных микроэлементов для растений, но создает очень благоприятные условия для укоренения чеснока и развития полезной микрофлоры. Этот материал замечательно пропускает воздух, очень быстро аэрируется и добавляется в грунтовые смеси. Этот субстрат будет очень долгое время хранить очень важные бактерии, поэтому нужно провести несколько простых манипуляций. Берем препараты с сенной палочкой типа фитоспорина или триходермина, обрабатываем ею агроперлит. Эта субстанция впитывает все полезные бактерии, они займут все поры и место в материале и не пустят туда вредоносные бактерии. Таким образом, мы создаем удобрение, которое будет защищено от негативного воздействия окружающей среды и будет иметь пролонгированное действие в течение всего периода вегетации. Эти полезные бактерии надежно защитят посадки чеснока от грибковых болезней, корневых гнилей, вредителей и поспособствуют стимуляции интенсивного плодоношения и развития больших луковиц. На каждую лунку чеснока необходимо использовать одну маленькую ложку увлажненного перлита, всыпать в каждую лунку под зубчик чеснока и донцем высадить непосредственно в перлит. Сверху присыпаем гумусом или перегноем, как обычно. Перлит поможет создать условия для укоренения луковицы перед зимой, и она сможет интенсивно развиваться весной. Банк бактерий окажет очень полезное влияние на все ваши посадки чеснока.